Здравствуйте, в эфире передача «Специально сейчас». Меня зовут Эльмира Мусазаде. Говорить мы будем о поездке президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Гянджа. Там глава государства посетил ряд объектов, заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса. А также президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству. Основные тезисы из этого интервью мы обсудим с Мурадом Саддадиновым, политическим обозревателем. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Добрый день. Мурат Маим, в выступлении господина президента говорилось много о недопустимости пропаганды фашизма, о том, что в 21 веке, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что до сих пор чествуются пособленники Гитлера, его приспешники. Чем опасны такие тенденции? К чему это может привести, на ваш взгляд? Вы знаете, внимательно выслушав выступление нашего президента, я понимаю, почему исходит вот это, откуда исходит эта озабоченность. Потому что господин президент возглавлял страну, которая, территория которой в течение 30 лет была оккупирована, более 20%. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, то немецкие оккупанты не оккупировали 20% территории бывшего Советского Союза. Эта территория была маленькая. Но несмотря на это, сколько времени прошло, но все-таки цивилизация помнит, что натворил фашизм. А аналогичная ситуация у нас. У нас была оккупирована более 20% территории. Представьте себе, что 1 миллион беженцев в стране, когда тогда население Азербайджана было 8 миллионов. И что это значило для маленького Азербайджана? И господин президент, как руководитель страны, возглавляющий это, всю эту тяжесть, все это он прочувствовал, он это видел. Поэтому вот эта озабоченность. И сегодня, когда мы видим, что армянская сторона старается использовать вот опять-таки эту вот идеологию фашизма, мы видим, как тот же самый Нечде, приспешник фашизма, который имел широкие связи с германским руководством и воевал против Советского Союза. И мы знаем, что на стороне Советского Союза участвовали граждане Азербайджана в то время. И вот последние события с тем, чтобы снять фильм и показывать, то есть пропаганда этих идей. Поэтому это является основной идеологией того, что вот в то время наши территории были оккупированы, на нашей территории были совершены военные преступления. Я хотел бы сказать, что президент говорил об этом перед местом, где было совершено самое, я считаю, что главное военное преступление 21 века. Это ракетный обстрел мирного города. И вот налицо вот, результат этой идеологии. Да, действительно, но вот если мы говорим про, вот вы затронули тему Горегина НЖД и вот тот фильм, который снимался и пытался быть представлен в Москве, то есть армянская диаспора активно его пропагандировала. Интересно то, что это все происходит на фоне позитивных в последнее время сигналов, которые мы получаем из Еревана, в том числе на фоне мнение, опять-таки, из Еревана и желание Армении наладить отношения, в том числе и с Турцией. Да? Мы знаем, что уже 2 февраля возобновляется авиасообщение, открывается рейс Стамбул-Ереван. И насколько вообще, как можно расценивать проведение такого фильма на фоне вот таких позитивных сигналов, учитывая то, что главной целью своей жизни Горегин НЖД видел как раз-таки борьбу с Турцией. Вот не попахивает ли тут лицемерием, на ваш взгляд? Вы знаете, логически объяснить вот одновременно заявление вот, или даже, так скажем, сигналы, которые исходят от руководства Армении, в том числе и по открытию границы, возобновлению отношений с Турцией, а также сигналы о том, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. И параллельно с этим вот эти события, связанные с пропагандой этого фильма, желанием его показать именно в России, говорят о том, что, конечно же, трудно здесь найти какие-то объяснения. Но я все-таки считаю, что, я всегда об этом говорил, Армения не независимая страна. Армения зависима очень от своей диаспоры, от других государств. Поэтому, если мы говорим о мнении сегодняшнего руководства в лице премьер-министра Пашиняна, мы видим одно. Но позицию по поводу того, что показ фильма, это, скорее всего, работа армянской диаспоры. Но
Не надо забывать, что и посол Армении в Москве делал недвусмысленное заявление, и он тоже старался поддержать показ этого фильма. Поэтому армянской стороне нужно определиться, в конце концов, что они хотят. Если разговор идет о восстановлении отношений с Азербайджаном и с Турцией, если разговор идет о создании базы, платформы для всеобъемлющего мира, то подобного рода действия они полностью противоречат этому. Но получается тогда, что диаспоре, наоборот, выгодно, чтобы в регионе не воцарился мир, потому что все эти заявления и реваншистские настроения, которые мы видим в, по большей части не из граждан самой Армении, они направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию. Кому это выгодно и с кем в таком случае разговаривать? К сожалению, вся история нашей войны с Арменией показывает о том, что здесь одним из главных катализаторов всегда являлась диаспора. И диаспора на территории России, диаспора на территории Франции, на территории Соединенных Штатов Америки. Я хочу сказать, что недавно и американская диаспора сняла фильм, где также говорится о том, якобы армяне идут освобождать территорию, которую якобы захватил Азербайджан. Но если мы говорим о диаспоре, диаспора всегда старалась разжечь отношения между Арменией и с Турцией, и с Азербайджаном. Это, видимо, исходит от их исторического заблуждения, в котором они живут. Но здесь существует реальность, особенно после 44-дневной войны. Всю эту тяжесть войны на себя почувствовало население Армении. А население Армении, страну Армении возглавляет сегодняшний премьер-министр. И вот он должен задуматься о судьбе своего населения. Диаспора может предлагать много чего. Да, они зависимы от диаспоры, диаспора финансирует их. Но поэтому вот мы предлагаем им открыть границы, открыть коммуникации и с нами, и с Турцией, и чтобы Армения превратилась в самодостаточную страну, торгуя со своими соседями, как живут все страны. И в этом смысле мир будет уже долгосрочным, более обнадеживающим. А мнение диаспоры, конечно же, ну, в диаспоре живут люди, они же не гибнут под бомбами. Они-то не участвовали в этих боевых действиях. Они не прочувствовали всю эту тяжесть потерь. Поэтому армянскому руководству нужно делать выводы, исходя из интересов самого государства Армении. Безусловно, удобно говорить, когда ты сидишь на диване где-то вдалеке от центра событий. Да? Но здесь я бы хотела привести как раз-таки цитату из выступления господина президента в ходе его поездки в город Гянджа. Ильхам Алиев там отметил, что мы ни за что не можем позволить, чтобы Армения вновь превратилась в потенциальную угрозу для Азербайджана. Если мы заметим это, уничтожим на месте. Какими рычагами влияния сегодня обладает Азербайджан, и как эти рычаги усилились после Второй Карабахской войны? Дело в том, что руководство Азербайджана делает заявление в том, что мы готовы, первым сделал заявление Азербайджан, мы готовы подписать мирное соглашение, мы готовы определить наши границы, но в этом случае, но если армянская сторона попытается опять начать вот эти реваншистские действия, то азербайджанская сторона уничтожит в зачатке эти события, несмотря где бы они ни находились. Что это значит? После войны и в ходе войны Азербайджан показал, что он обладает достаточными военными возможностями, чтобы на коню пресечь подобного рода реваншистские настроения. И если сейчас мы видим, что президент нашей страны заявил об этом, что все-таки остаются определенные силы на территории Армении, которые ведут вот эту пропаганду реваншизма, и этот месседж для них – если они опять будут продолжать свою старую политику, то Азербайджан обладает всеми военными силами, чтобы пресечь это на корню в любой точке, в том числе на территории Армении. Да, но вот здесь, если мы говорим о том, что пресечь реваншистские настроения, безусловно, в военном плане, мы это видели в ходе 44-дневной Отечественной войны осенью 2020 года, Азербайджан в разы превосходит армию Армении, безусловно. Если мы опять-таки возвращаемся к теме реваншистских настроений, да, то здесь нужно опять-таки понять, откуда они исходят. Мы неоднократно об этом говорили в эфире телеканала CBC, территориальные претензии к соседям обозначены в Конституции самой
Армении, а в их стратегии национальной безопасности именно главными врагами называются как раз-таки Азербайджан и Турция. Вот получается, что вне зависимости от того, кто находится у власти в Армении, вот такая неприязнь, это, получается, заложено в их идеологической пропаганде? Вы знаете, эта неприязнь у них заложена в течение многих десятков лет. Это проходило через несколько поколений. И эта неприязнь всегда стимулировали внешние силы. В свое время Армению как государство создали определенные внешние игроки для противодействия Турции, как буферное государство. В ходе Советского Союза, даже в составе Советского Союза, карта Армении использовалась против Турции. Турция как являлась страной НАТО, единственной, которая граничила с Советским Союзом. И вот эта идеология Дашнак Цуцуна постоянно подпитывалась спецслужбами Советского Союза и так далее. Но сегодня ситуация изменилась. Турция стала великой страной, обладающей огромным военным и политическим потенциалом. Игроком мирового масштаба, да. Я бы сказала. И проект Армении как буферного государства уже никому не нужен. Это первое. И я думаю, что второе, кто стимулирует, как стимулирует, это все-таки остатки тех сил, которые в свое время занимались этим. Мы знаем, бывшие президенты, силы, которые их поддерживают. И можно говорить, что последние события, вот полтора года прошло после завершения войны, мы видим, как постепенно в политической элите Армении уходят эти лица. Мы видели, как свой пост покинул омбудсмен Армении, который занимался лишь тем, что пропагандировал ненависть в отношении азербайджанцев Турции. Мы видели, как бывший министр иностранных дел, который занимался тоже пропагандой ненависти, тоже ушел с своего поста. И последнее, тот самый президент Армении, которого в свое время привел к власти Саркисян, Серджик Саркисян. И он тоже покинул. Это все-таки показатели того, что Армения вынуждена считаться с новой реальностью, которую установил Азербайджан. Это первое. И еще один момент, все-таки региональные игроки, такие как Турция, Иран и Россия, уже не поддерживают вот эти движения. Это тоже заметно. На сегодня мы видим, что платформа 3+3, сотрудничество, экономическое сотрудничество набирает обороты. И Иран тоже присоединился к ней. И уже говорят о том, что, видимо, скоро будет совместное заседание этой платформы. Поэтому вот эти моменты дают нам какие-то моменты, чтобы мы подумали, что есть перспективы. Можно ли связывать вот эти позитивные сигналы, которые мы сегодня получаем, это и заявление главы МИД Армении, который говорит о том, что пора перестать заниматься самообманом, и заявление вице-премьера, который говорит о том, что у Азербайджана с Арменией есть взаимопонимание в процессе строения железной дороги и, то есть, открытия какой-то части транспортных коммуникаций. Можно ли связывать это с тем, что, вот, как вы отметили ранее, Армения не нашла какой-то поддержки и понимания у соседних стран, у той же России и у Ирана, которые открыто признали итоги Второй Карабахской войны, которые всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана? Однозначно, конечно же. Вы знаете, после 44-дневной войны прошло уже, как я сказал, полтора года. И за эти полтора года азербайджанская дипломатия смогла вот эту новую реальность заставить ее принять всех крупных внешних мировых игроков. Я приведу один пример. Мы видели перед тем, как состоялась встреча в Брюсселе, армянская сторона очень надеялась получить какие-то дивиденды оттуда. Но в результате этой встречи, по заявлению председателя Европейского совета, мы заметили, что все моменты, все аспекты, которые озвучит азербайджанская сторона, были отмечены в его обращении. И это был последний момент, последний, я бы сказал, нюанс, который подействовал на армянскую сторону. До этого позиция Ирана изменилась в отношении региона. Мы видим, что Россия поддерживает те моменты, которые выдвигает Азербайджан. И, конечно же, армянская сторона уже заметила, что никто в мире, как я уже говорил, не собирается поддерживать ту старую модель, вот тот проект форпоста Армении против Турции.
И это связано с тем, что, потому что Турция стала уже мощнейшим государством, и никакая Армения не может пресечь ее развитие. Поэтому руководство Армении понимает эту реальность, и она вынуждена считаться с условиями, которые выдвинул Азербайджан. Тем более эти условия очень хорошие. Победившая сторона предлагает мир, победившая сторона предлагает определение границ. Если армянская сторона не хочет признавать нашу территориальную целостность, то у Азербайджана в тысячу раз больше доводов не признавать их территориальную целостность. Мы исторически знаем, что практически половину Армении мы передали, это наши исторические земли. Тот же самый Ереван, это переданный Азербайджаном город и так далее. Но поэтому им придется задуматься. И, видимо, они понимают, что в данном случае лучшим для них моментом является признать все условия, которые выдвинул Азербайджан. Да, и вот здесь вот я бы хотела затронуть еще такой момент. Это мемориальный комплекс, фундамент которого заложил господин президент. И там глава государства особо отметил, что эти жертвы, вот как вы отметили, это действительно вопиющий случай такого явного преступления против человечества, который был совершен со стороны вооруженных сил Армении. Почему так важно вот помнить о этих жертвах, почему так важно про них говорить? И как это возможно, не забывая и чтя действительно память этих жертв, говорить о мире, как это будет сочетаться? Во-первых, я хотел бы еще раз отметить, что произошло в Гянже, чтобы нашим телезрителям, особенно те, которые находятся за границей Азербайджана, стало ясно. Город Гянже обстреливался 5 раз в ходе 44-дневной войны. Это было 4, 5, 7, 11 и 17 октября 2020 года. Оперативно-тактическими ракетами .У, установками залпового огня «Ураган» с кассетными боеголовками, которые вызывают массовое уничтожение живой силы. И, наконец, самыми тяжелыми ударами это были удары баллистическими ракетами малой дальности «Скат». Для примера я скажу, что боевая часть этой ракеты «Скат» составляет 950 килограммов в тротиловом эквиваленте. И вы представьте себе, нанести удар такой ракетой по густонаселенному району города Гянже, второй город Баку. В результате этого 146 человек получили ранения, среди них 31 ребенок, а погибло 26 человек, и среди них 6 детей. Вот это кощунственное, это специально было преднамеренно сделан удар, чтобы остановить азербайджанское наступление. Вы правильно заметили, как можно построить монумент, чтить память их и одновременно предлагать мирные соглашения. Я считаю, что это именно важно. Важно именно это сделать, потому что если мы будем завтра подписывать с Арменией мирное соглашение, такие монументы должны быть примером и для нашего народа, и для народа Армении, что нельзя совершать в отношении друг друга подобного рода военные преступления. И еще один момент, и воспользуюсь вашей передачей, я хотел бы сказать. Меня очень удивляет, а честно говоря, даже не удивляет, позиция международных организаций. Они до сих пор хором молчат о гянжинских событиях. Никто из этих международных организаций, Совете Европы, Европейском Союзе и в других международных правозащитных организациях не поднимает вопросы привлечения к ответственности этих военных преступников, которые отдали приказ уничтожать мирное население, безвинное население города Гянжи. Это тоже важный фактор, мы должны об этом говорить. Если мы не предпримем меры против этих преступлений, в будущем они могут повториться в других регионах Земли. Да, спасибо. И я бы хотела вам задать вопрос, который я уже озвучивала ранее в эфире телеканала CBC. Мне просто очень хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Действительно, мы видим, что в Ереване, в Армении в ходе политического кризиса, жесточайшего, который мы сегодня наблюдаем в соседней республике, сменяются лица. То есть кто-то уходит в отставку, на их место приходят новые. И сейчас мы видим, что вроде как премьер-министр Армении пытается выстроить свою такую команду, да. Несмотря на это, уходят эти лица, уходят лица, которые принимали участие как в преступлениях, совершенных в ходе Первой Карабахской войны, так и в ходе Второй Карабахской войны. Означает ли их уход отрезвление армянского общества, либо же интоксикация этой пропагандой, этими мифами, которые испокон веков культивировались в армянском обществе, настолько глубока, что потребуется еще не один десяток лет, чтобы хоть как-то позволить армянскому обществу посмотреть на
на ситуацию с другой стороны. Вы знаете, да, то есть это показатели того, что эти люди уходят, это отдельные элементы. Но говорить сегодня о том, что полностью армянское общество, как вы хорошо заметили, отрезвляющие уже подействовало на них, и они излечились от этой болезни, говорить нам еще рано. Я считаю, что потребуется еще много времени, возможно, смена поколений. Если возьмем примеры сегодня, вот отношения, допустим, России и Германии, мы знаем, что во время Второй мировой войны, Советский Союз и Германия воевали, и были столько жертв и так далее. Но сегодня прошло много времени, и сегодня отношения России и Германии намного лучше, чем отношения России с теми государствами, которые были союзниками этих войн во время Второй мировой войны. Поэтому история показывает, что со временем можно этот решить вопрос. Но я все-таки считаю, что азербайджанская сторона должна все время быть начеку, и мы должны свои вооруженные силы постоянно модифицировать, модернизировать и быть готовым к любым вызовам. Потому что ожидать от Армении можно все что угодно, и в первую очередь от многих других государств, которые в свое время поддерживали агрессию Армении. Поэтому залогом безопасности на Южном Кавказе будет являться, я считаю, что мощнейшая, сильная, способная выполнить любые задачи вооруженные силы Азербайджана. Которые у нас сегодня имеются и которые еще вот как раз-таки в эти дни проводят очередные военные учения. Спасибо вам большое за то, что приняли наше приглашение. Спасибо, что ответили на вопросы. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была передача «Специально сейчас». До встречи!